Не поняла, чего ждешь? Выступление Путина по поводу мобилизованных. А что тебе? Он все сказал. Блядь, что он сказал? Он сказал, что срок не установлен, но мобилизации не будет, так что... Чего не будет? Новой мобилизации? Да. Срок не установлен. Он вообще шикарно, блядь, просто. Вот ты знаешь, вот к нам привезли зэков. Вооруженные силы начали набирать зэков, как выгнера. Эти, рота зэков стоит за нами, на второй линии обороны, мы стоим на передовой. И зэки стоят на определенный срок, там полгода. То есть нормально вообще это как? То есть я просто попал в рабство. То есть как царская Россия, да? У нас просто сроков нет, зэки, даже к зэкам лучшее отношение, понимаешь, чем к нам, мам? Я тебе серьезно говорю. Ты просто даже... Я просто тебя еще расстраивать не хочу. Я тебе не рассказываю тут ничего. Что ж, это... А с чем это связано? С чем это связано? Так это мы в такой стране живем. Доброе утро, мама. Побольше смотри телевизор. Основные силы Путин оставил в Москве. Потому что сейчас, может, эта вся хуйня закончится гражданской войной. Это мое личное мнение. Потому что это жесть. Потому что если я доживу до выборов Путина, я на них пойду. И вот никогда не ходил, а пойду. Из принципа. И проголосую против этой суки.